В Люберцах работает шоколадная фабрика. Ее уникальный дизайн с символикой России знает каждый. Продукцию компании Globus Pro можно встретить в аэропортах, гостиницах и во всех парках, музеях и исторических местах. С рабочим визитом производства посетил глава округа Владимир Ужицкий. Используем мы только натуральные продукты. Это шоколад 52% и марципан. То есть все у нас безумно вкусное и безумно полезное. Первыми после технологов эти конфеты увидела наша съемочная группа. В цеху ручной работы специалисты оттачивают рецептуру новинки, которая вскоре попадет в столичные рестораны. В другом цеху над созданием сладостей трудятся в основном автоматизированные машины. Шоколад здесь производят в больших количествах на всю страну и за рубеж. В месяц от 20 до 30 тонн продукции. Производим это для различных парков, музеев Москвы, для различных дьюти-фри, театров и в сетевых магазинах. Тысячи наименований продукции из 5 видов шоколада. Наборы изделия с символикой российских городов. Сувенирная продукция. Эти сладости полюбили не только за вкус, но и за уникальный дизайн. Обертки конфет задают тренды среди конкурентов. Вот наши двадцатки – это один из самых наших популярных продуктов. Они бывают с разными картинками. Кроме того, что они интересные и красивые, можно купить коробочку, в ней 100 грамм. 100 грамм – это такой вес, который, в общем-то, для всех понятен. Можно взять по отдельности каждую шоколадку, не пачкая другие. Оригинальный дизайн знаменитого шоколада разрабатывают и производят здесь же, на фабрике. Дизайнеры не перестают находить все новые оригинальные решения упаковок. По авторским рисункам создаются шедевры, которые так приятно получить в подарок или хранить дома. Можно пожелать предприятию хороших перспектив, хорошего рынка. Ну и любому предприятию, кто является участником какого-то бизнеса, доходов, чтобы предприятие было шоколадное будущее. А для успешного будущего у предприятия есть все необходимое. За почти 20 лет работы руководство компании узнало, как подсластить жизнь россиян. Анна Троян, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ,